минувшие выходные в подпорожском спортивно-оздоровительном комплексе «Свирь» с бассейном прошли сразу два увлекательных мероприятия. В субботу состоялся турнир по плаванию среди ребят и девчонок, регулярно посещающих секцию плавания. В воскресенье прошли новогодние эстафеты для разных возрастных категорий. Эти мероприятия оказались настолько массовыми и зрелищными, что места в помещении едва хватило для зрителей и болельщиков, которыми стали родители, бабушки и дедушки детворы. Юные пловцы не подвели своих тренеров и показали хорошие результаты. Победителям торжественно вручили грамоты, медали и кубки. Самых маленьких спортсменов, помимо веселых и увлекательных стартов, ждало море сюрпризов. На открытии мероприятия удачи им пожелал сам Бобруня Здоровяк, символ подпорожского спортивного комплекса. Ребята повеселились от всей души и тоже показали хорошие результаты в своих заплывах. Помимо положительных эмоций, им были вручены и сладкие подарки. Подобные мероприятия проходят в Подпорожье уже не один год, и стоит отметить, что участников становится все больше и больше. Это огромный плюс не только в том, что дети и родители проводят свое свободное время весело и интересно. Они также укрепляют свое здоровье и физическую форму.